Бюрократов. Мы вернемся к обсуждению этого важного. Валерий, я сразу вам дам слово, но после небольшой рекламы. Рекламы, связанной с коррупцией. С вами когда-нибудь происходило то, что вы не можете объяснить? Таинственное и загадочное, невероятное, то, во что трудно поверить. Многие утверждают, что с ними такие вещи произошли. Но слов мне мало. Меня интересуют только факты и доказательства. Итак, впервые на телевидении непредвзятое расследование необъяснимого. «Дело X». Премьера с понедельника в 12:50 на канале «Россия». Новый «Опель Мокка». Вырвись из потока. «Опель» – «Елейн Маутус». У сына соревнования, и он решил пообедать дома. Со всей командой. Есть быстрое решение. Бульон «Ролтон» с йодированной солью придает силы. Мы болели за нашу команду и победили. С «Ролтон» и побеждать легче. «Ролтон» добавляет йод, чтобы бодрым был народ. Ритм, зажигающий сердце. Kia. The power to surprise. Мультиактивный комплекс витаминов и минералов «Супрадин». Энергия твоей жизни. Жаркие моменты требуют охлаждения? Начни свой день как надо с новинки Foamen Extreme Polar. Первый антиперспирант с защитой 72 часа и охлаждающим эффектом. Для полярной свежести, тогда, когда вам нужно. Новинка Foamen Extreme Polar с охлаждающим эффектом. Chevrolet Lachetti – воплощение качества, практичности и доступности. Chevrolet Cruze – сочетание прекрасного стиля, богатого оснащения и активной и пассивной безопасности. Высокий уровень комфорта и надежности по привлекательным ценам. Подробности у официальных дилеров на сайте Chevrolet и по телефону горячей линии 8 800 200 0076. Это Маша. Она мечтает стать юристом. Это Настя. Ей нет равных в биологии. Паша с Димой. И, кстати, они не ботаники, они математики. А это Макс, школьный рок-звезда и отличный друг. Каждый из нас особенный. И нет разницы, инвалид, не инвалид. Люди так не делятся. Государственная программа «Доступная среда». Учимся жить вместе. Ни одна кошка в мире не знает, что она домашняя. Мы можем только гадать, каким она видит наш мир. Но мы знаем, каким она видит себе идеальный обед. Именно поэтому мы создали новые сочные кусочки Вискас, которые готовятся за короткое время, чтобы сохранить всю природную сочность мяса. Новый Вискас – сочные кусочки. Естественно, вкусно. Итак, мы продолжаем очень жаркую дискуссию, которую вы и не видели, потому что даже в рекламе мы не останавливались.